Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі рада вітати ізраїльський військовий експерт Давид Шар. Давида, рада бачити, дякую, що долучилися. Здравствуйте, Олена, добрий день. Будемо починати обговорювати в основному зараз події, які відбуваються на Близькому Сході. І тут, ну, з огляду на стрімкий розвиток подій, зазначимо, що цей стрім ми пишемо о 15-й годині за київським часом 13 жовтня. Так от, власне, почнемо з того, що армія Ізраїлю, вона наказала жителям сектору Газу, їх там більше мільйона, терміново евакуюватися протягом доби. І так само ізраїльська армія готова, каже, що до повномасштабного наступу проти Хамасу. Скажіть, будь ласка, які можливі сценарії подальшого розвитку подій і наскільки ці сценарії залежатимуть зараз від тих зустрічей на міжнародному рівні, які відбуваються? Знаємо, що 13 жовтня сьогодні в Ізраїлі глава Пентагону Ллойд Остін, який зустрічається з найвищим військово-політичним керівництвом, ну а держсекретар Сполучених Штатів Блінкен вже зустрівся у столиці Йорданії, Амані, із президентом Палестини. Давайте с самого начала. Израильская армия при помощи листовок, голосовых сообщений и при посредничестве организации, имеющих отношение к ООН, сообщила жителям Газы, вернее не сообщила, предложила жителям, но только не сектор Газа. Дело в том, что главный город сектора, одноименный, это город Газа, находящийся на севере этой территории. Территории предложено жителям в течение 24 часов покинуть территорию, которая примерно треть, если мы считаем от севера и южнее, то это примерно треть сектора Газа на протяженности, и центром этой территории является город Газа. Да, примерно речь идет об миллион с чем-то населения на этой территории, и несложно понять, что в ближайшее время там начнутся те или иные действия, которые будут представлять опасность дополнительную для мирного населения. Поэтому им предоставлено огромное время для того, чтобы эту территорию покинуть. И где находиться? Есть место, на улице никто не замерзнет, погода сейчас теплая. Те, кто хочет, те, кто желает остаться в живых, им стоит прислушаться к этому предложению. Израиль воюет, соблюдая международные нормы, однако воюет и из самообороны. Идет война не на жизнь, а на смерть, в буквальном смысле слова. И противник должен быть уничтожен. Ежели кто-то не готов слушаться подобных указаний или желает вместе с боевиками Хамаса остаться на местах, ну, это его выбор. Что же касается остального. Чтобы разгромить и уничтожить группировку Хамас в секторе Газа, я имею в виду уничтожить не до последнего человека или ее идею, это сделать невозможно. Я имею в виду уничтожить полностью ее боевые формирования, военную инфраструктуру. Необходима масштабная сухопутная операция, в ходе которой сектор Газа целиком будет взят под контроль. Эта задача, конечно же, очень сложная. И сейчас в том числе происходит обеспечение того, что должно произойти в будущем. Как вы правильно отметили, это международные встречи, это координация действий с американским союзником, в первую главную очередь поддержка США моральная, и не только моральная, очень важна Израилю, очень важна поддержка США и в том контексте, чтобы американцы, ну скажем так, всерьез намекнули другим игрокам не пытаться вмешаться в эту войну, что собственно президент Байден и сделал лично, я имею в виду Иран. Как уж что из этого получится, это другой вопрос, прислушаются ли к намекам. Но как бы там ни было, даже вне зависимости от той или иной реакции сообщества международного, операция, о которой я говорил, является необходимостью. Бывали времена, да и собственно в основном, что в Израиле не было консенсуса абсолютного, не то что абсолютно особого, нужно ли брать Газу под контроль, чтобы уничтожить террористическое образование. Консенсуса не было, сегодня он абсолютный, между практически, ну почти абсолютный, между людей, в том числе совершенно разными политическими взглядами, поэтому, как мне видится, выхода другого нет, и не было бы его, даже если бы та или иная поддержка отсутствовала, поэтому и в ближайшие дни все увидят.
Стосовно евакуації, так, от зараз навіть ізраїльська армія визнає, що доби це замало для того, щоб мільйон населення міг евакуюватися. Тож тут, власне, цей термін може бути подовжений, і от в який спосіб це може відбуватися зараз? Чи будуть якісь створюватися гуманітарні коридори, про які зараз ЄС говорить? Речь идет, если просто с севера на юг, что называется, из самого города Газа на юг, то, может быть, это окажется и мало, если надо будет, 24 часа и будут продлены. Однако, в принципе, эвакуация, речь не идет о больших расстояниях, там есть автотранспорт. Знаете, речь идет о расстояниях, которые многие даже могут пройти пешком, на самом деле. Отмечу, что погодные условия далеко не сложные, есть автомобили у людей, есть ноги, если надо, видимо, дадут и больше времени. Надо понимать, что идет война, война с совершенно не просто противником кровожадным и таким, и как было не сказано, я, кстати говоря, стараюсь избегать в своих интервью эмоциональных высказываний, ярлыков и крепких эпитетов, но речь идет о нелюдях. Абсолютно, которые устроили систематическую бойню мирного населения, включая женщин, детей, младенцев и стариков, включая изуверские, откровенно изуверские методы. Ну и в придачу к этому увезли в заложниках женщин, детей и стариков, включая даже таких стариков, которые не понимают происходящее. Ну и, кстати говоря, иностранных граждан и даже сельскохозяйственных рабочих из Таиланда умудрились перебить и взять в заложники, даже не проверяя, какое они вообще имеют отношение к конфликту. Так вот, такого рода противник, который имеет власть в секторе Газа, он ее является властью, значительная часть населения их поддерживает. Те, кто не поддерживают, могу смею вас заверить, практически поголовно в любом случае поддерживают идею уничтожения государства Израиля. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И мы действуем из самообороны. Поэтому у них есть достаточно времени, а если надо, это время будет продлено, чтобы переместиться куда нужно. Ну а тот, кто выберет иное решение, это его ответственность. И в любом случае ответственность за происходящее в целом лежит на Хамасе, который принял решение, которое привело к страшной бойне 7 октября. И поэтому иных выходов быть не может. Зараз, ну, по-перше, йде розслідування, по-друге, дуже багато обговорення, хто ж допомагав Хамасу, так, власне, як і зброєю, так і в розробці того, в розробці нападу, так. Напередодні з'явилася інформація, яку вже поспішили в КНДР назвати брехнею, про те, що зброю Хамас навіть отримував з Північної Кореї. Як ви ставитеся от до такої інформації, наскільки це ймовірно, чим це може зараз загрожувати Пхеньяну? І загалом, от той масив інформації, який ви опрацювали, починаючи від 7 жовтня, у вас яка картина складається? Хто міг допомогти Хамасу? Хто знав про те, що це відбудеться саме 7 жовтня? Вполне вероятно, никто не знал даже. Хамас, надо сказать следующее. Хамас – это самостоятельный игрок, однако у него это движение, которое является фундаменталистским, суннитским движением, идеология братьев-мусульман, ставит своей целью полное уничтожение государства Израиль любыми методами вооруженной борьбы, включая уничтожение мирного населения. Как они говорили, младенец, как говорил один из его лидеров в одном из этих, младенец будет служить в армии, а старик уже служил, и женщины тоже, в том числе. Так вот, Хамас действует в соответствии со своей практикой, и здесь он, конечно же, что отличалось от прошлых лет, здесь ему удалось добиться колоссального успеха, такого, какой ни Хамас, ни другие террористические организации не добивались за всю свою историю. У него есть союзники, кроме, собственно, других террористических организаций, например, исламский джихад, это мощная структура, они сейчас мало упоминают, но это, например, около 10 тысяч боевиков и немалый ракетный потенциал. Полностью, кстати, исламский джихад полностью на иждивении Ирана с точки зрения финансирования оружия. Хамас имеет союзников, тех или иных партнеров. Например, главный военный союзник Хамаса – это тот же Иран и организация Хизбалла, проиранская. Иран, даже когда у него были сложные отношения с Хамасом на фоне сирийской гражданской войны, Хамас поддержал своих единоверцев, которые боролись
с Башаром Асадом, президентом Сирии, а для Ирана это главный союзник. Даже тогда, когда отношения были очень сложные, Хамас получал все равно помощь от Ирана в некоторых масштабах, и финансовую, и военную, потому что враг моего врага, для Ирана эта пословица вполне действует. Поэтому сегодня очень много рассуждений на том, знали ли иранцы о случившемся, участвовали ли они в планировании, знала ли Хизбалла и участвовала ли в планировании. Исключать нельзя, но пока конкретной информации нет. В любом случае, иранский след однозначно присутствует, потому что Иран всегда помогает Хамасу. И Иран помогал на разных этапах в обучении боевиков Хамаса. То же самое касается Хизбаллы. С точки зрения проведения, сохранения в тайне подобных планов операций масштабных, желательно для, я имею в виду для планировщика, желательно, чтобы знало как можно меньше в главном плане и вообще, что что-то такое готовится на ближайшее время. Поэтому рассказывать своим союзникам, если нет на это, для этого явной необходимости, нет никаких причин. Если необходимость есть, это уже нечто другое. С точки зрения планирования, нет никаких причин считать, почему Хамас бы не смог спланировать это сам. Хамас серьезная структура, имеет десятки лет опыта войны с Израилем в самых разных ипостасях, действовал, что называется, на своем поле. Здесь главным, и если разобрать на различные аспекты эту операцию, на различные составляющие, то каждая из них не является чем-то сверхъестественным. Сверхъестественного тут не было. Была очень хорошая координация, очень умелое скрывание, сокрытие планов, благодаря которым удалось усыпить бдительность израильской разведки, вернее, не дать ей информации и обмануть, можно сказать, израильское командование, военную разведку. Естественно, действуя достаточно согласованно. Возможно, было дано обещание Хамасу, например, возможно, его союзники, я считаю это очень реалистичным, знали, что готовится нечто большое в неком неопределенном ключе. И даже я не исключаю, что дали обещание спасти Хамас, если Израиль решит покончить с этой организацией в секторе Газа, то есть, например, открыть второй фронт. И об этом сейчас много говорится, потому что есть шанс, что Хизбалла вступит в войну. Так что касательно того, кто точно что знал и насколько участвовал, пока все предположительно. Возможно, появится та или иная информация о детальном участии. Что касается КНДР, ну, корейское оружие в нашем регионе имеется. Оно поставляло в свое время иранская ядерная программа, не ядерная программа, а ракетная программа иранская. В свое время корнями уходит в корейскую. Корейцы не только поставляли разного рода ракеты, но научили производству. С тех пор, правда, по многим параметрам Иран Северную Корею превзошел. Это тесные, Северная Корея и Иран, два партнера, союзника, которые обмениваются военной продукцией, если надо, кто что кого интересует, партнеры. На Ближнем Востоке есть корейское вооружение, в том числе и в Сирии. Вполне возможно, что оно в той или иной степени было у Хамаса, но надо понимать, источники вооружения Хамаса — это в первую очередь Иран на протяжении многих лет. И черный рынок Ближнего Востока. То есть что, где можно закупить, а иногда такие возможности есть, и доставить контрабандой через Египет по туннелям, прорытым под границей в сектор Газа, то и доставляется. Яркий пример — Ливия. Когда началась ливийская гражданская война в прошлом десятилетии, то масса оружия оказалась, растеклась, что называется, по долам и весям. И это не так далеко от нас, соответственно, немало из этого ливийского оружия через Египет попало в Газу. Вот вам пример такой контрабанды, но главное это, конечно же, иранские поставки контрабандные же по тем же туннелям и собственная военная промышленность. У Хамаса при помощи Ирана, иранских технологий и производственной базы, которая в Газе имеется, была создана собственная промышленность, ракетная, в том числе ракеты дальностью 150 и выше километров, минометные мины. Все это производится специалистами, в том числе и с высшим техническим образованием, и с научными степенями по точным наукам, после обучения, пройденного в Иране.
Ще 7 жовтня Бен'ямін Нетаньяху, ізраїльський прем'єр, сказав, що потрібно готуватися до тривалої війни. І тут ну, питання, яке зараз обговорюють багато аналітиків, зокрема, от кількома днями раніше вийшла стаття в німецькому Bild про те, а наскільки може розширитися географія цієї війни, чи вийде вона за межі сектора Газа. І от якщо, знову ж таки, посилатися на цю статтю в німецькому виданні Bild, то там прогноз про те, що може Ізраїлю загрожувати війна на цілих 5 фронтів. Як поставитися до таких прогнозів? І от, власне, від чого залежить розширення цієї географії? Ну, прогнозы дело такое, и вопрос... Невдячно. Да, вопрос, что считать фронтами. Меня уже не раз спрашивали по поводу статьи в Bild. Насколько я помню, они фронты они перечисляют следующим образом. Ну, кроме, собственно, сектора Газа, они называют то, что принято именовать западный берег реки Иордан. Это территория палестинской автономии и окрестные территории, контролируемые Израилем. Значит, но этот фронт здесь, фронтом тоже я бы его не называл, тем не менее, это место, где непрерывно происходят места, где происходят попытки теракта, в том числе и непосредственно вчера, и даже в Восточном Иерусалиме теракты достаточно регулярны. Есть риск всплеска беспорядков массовых и терактов, однако это не полноценный фронт. Тем не менее, это серьезные оперативные усилия, куда переброшены дополнительные силы армии и пограничной полиции с целью оккупировать эту угрозу. Это угроза номер один. Дальше они берут Ливан и Сирию, причем считают это двумя разными фронтами. По большому счету, это один северный фронт для Израиля. И он, собственно, главный и вероятнейший. Если Хизбалла примет решение вступить в войну, то, несомненно, этот фронт откроется, и он затронет Сирию. Потому что Сирия – это логистический тыл Хизбаллы. В Сирии живет и полуправит союзник Хизбаллы Ирана, президент Башар Асад. В Сирии действуют проиранские вооруженные милиции, родом из Ирака и родом из Сирии, которые тоже попытаются поучаствовать в этом деле. И это самая основная и важная угроза Хизбалле. Но есть несколько но. Хизбалле есть что терять, потому что Хизбалла — это организация, хоть и ставящая своей целью уничтожение Израиля, но это более декларативная цель. А практическая ее цель – это благосостояние шиитской общины Ливана. Хамас – это, кстати, сунниты, шииты – это 40% населения Ливана. И благосостояние шиитской общины, ее статус – это очень важная вещь для Хизбаллы. Так вот, если начнется война Хизбаллы с Израилем, то Израилю придется очень просто. Это надо понимать. Хизбалла намного сильнее Хамаса. У Хизбаллы чуть ли не до 200 тысяч ракет. В том числе многие сотни ракет баллистических дальностью от 200 до 700 километров тяжелых. Скорее всего, у Хизбаллы больше баллистических ракет вот этого радиуса действия, чем у России, у которой, в общем-то, только «Искандеры» и в ограниченных количествах имеются. Хизбаллы очень много козырей и беспилотники, в том числе и «Шахет-136» и «131», печально известные по атакам украинских городов. Много чего есть у этой организации, зенитно-ракетные комплексы, планы обороны, высоко подготовленные боевики. Однако, как бы там ни было, если для Израиля это будет сложно и болезненно, для Хизбаллы это будет катастрофично. И это катастрофично будет не только для Хизбаллы, но и для всей шиитской общины Ливана и для Ливана целиком. Остальные общины Ливана и его псевдоправительства не будут, я думаю, не останутся в стороне, в том плане, что будут наблюдать, как шииты воюют с Израилем, а мы ему в сторонке наблюдаем. Им тоже мало не покажется, и будет им за что спросить шиитов из этой организации, когда все очень и очень непростое для них закончится. Так вот, этот фактор очень серьезный для того, для Хизбаллы и ее руководства. Посмотрим, что они все думают. Кроме того, важно понимать, что военный арсенал Хизбаллы создавался Ираном, исключительно Ираном, не ради каких-то третьестепенных целей, а ради того, чтобы угрожать Израилю и ради того, чтобы в первую очередь устрашить Израиль от удара по иранским ядерным объектам. Сценарий, который возможен и который для Ирана крайне нежелательный. Так вот, или, если этот удар уже состоится, то хотя бы для того, чтобы наказать Израиль.
Поэтому выбросить этот козырь на гораздо более второстепенную задачу, на первый взгляд, выглядит несоответствующим стратегии Хизбаллы. Однако их логика может быть иной. Поэтому Израиль, призвав 360 тысяч резервистов, Израиль готовится к любому варианту развития событий. И если в Израиле командование и политическое руководство на основе имеющейся информации или других раскладов поймут, что Хизбалла готовится, в самом деле приняла такое решение, то тогда на повестке дня должно быть нанесение очень и очень массированного превентивного удара по Хизбалле. И поверьте, возможности очень велики израильских ВВС, и не только, в том числе и поразить несколько тысяч отдельных целей в течение дня. Это часть данного плана, поразить несколько тысяч целей, я имею в виду уже, которые имеются в банке целей, высокоточным оружием. И это окажется очень впечатляющим для той стороны, можете не сомневаться. Так что вот так говорят дела на севере, это самое главное. Ну и, конечно, есть Иран. Если Иран захочет вот прям подключиться со своей территории, а не при помощи милиции, ну что ж, это будет уж совсем интересно, в кавычках. Иран за это заплатит очень серьезно. И в любом случае американцы на данный момент, которые очень поддержали Израиль, я имею в виду президент Байден, и, собственно, вся администрация сейчас предпринимают всякого рода меры, в том числе и прозрачными намеками, что посторонним игрокам, в первую очередь Ирану, не стоит в это вмешиваться. Намеки прямым текстом, намеки путем присылки авианосной, выдвижения авианосной группировки в Восточное Средиземноморье, собственно, она уже здесь, ну а вторая на пути в наш регион. Посмотрим, что из этого получится. Если уж на то пошло, есть еще один мини-фронт, который может возникнуть. Это, как ни парадоксально на данный момент звучит, это йеменские хуситы. Это еще одна проиранская организация. Они совсем далеко от Израиля находятся, то есть 2000 километров или даже чуть более. Но у них, вероятно, есть средства иранского производства, которые до территории Израиля могут достать. То есть это могут быть баллистические ракеты, собственно, иранские такие. Правда, до сих пор такой дальности ракет они не применяли, однако иди знай. И, конечно же, беспилотники, баражирующие боеприпасы, опять-таки, Шахет-136 может пролететь в той или иной конфигурации из Йемена до Израиля. И готовы в Израиле к этой возможности, то есть не то, что готовы, я имею в виду, понимают, что такая угроза тоже существует. 12 жовтня новинні агенції повідомили про те, що Ізраїль наніс удари по аеропортах Дамаска і Алеппо у Сирії. І от літак, який летів із Ірана до Сирії, він вимушений був розвернутися, і на борту цього літака, знову ж таки, от за повідомленням ЗМІ, знаходився очільник іранського Міністерства закордонних справ. Як прокоментуєте? Ну, я, конечно, нельзя исключать, что вот этот удар был предупреждением иранцев, и такой вот тоже прозрачный намек, буквально перед визитом министра иностранных дел, чтобы он чуть-чуть нарушить его планы. Однако я думаю, что все же уверен, что цели более широкие были. Дело в том, что уже 10 лет Израиль наносит удары в Сирии, на самом деле не только в Сирии, но главным образом в Сирии, с целью предотвращение передачи иранского вооружения Хизбалле в Ливане через Сирию, проиранским группировкам, собственно, в Сирии и производству разного рода оружия в Сирии для передачи проиранским силам и Хизбалле. Каком оружии идет в первую очередь речь? Речь идет в первую очередь о высокоточных и тяжелых ракетах, которые представляют для Израиля опасность. Высокоточные ракеты – это цель номер один. В системах ПВО и противокорабельных ракет. Грузы этого оружия уничтожаются, периодически осуществляются атаки, собственно, по проиранским силам, а иногда и по иранцам самим. Аэропорты Алеппо и аэропорт Дамаска – это одни из ворот основных, через которые идет эта помощь иранская, помощь оружием своим союзникам. И поэтому в таких случаях, когда наносятся удары, либо поражаются уже сами грузы, сгруженные с самолетов. Самолеты пассажирские, которые перевозят эти грузы, до сих пор Израиль воздерживался от их уничтожения. Однако уничтожаются в аэропорту
либо сами грузы, либо выводятся из строя сам аэропорт на некоторое время, чтобы предотвратить посадки самолетов. Кроме того, если по аэропорту отрабатывают достаточно серьезно, ну не только несколько дырок во взлетной полосе, которые заделываются за пару дней или даже за день, а, например, уничтожается оборудование управления и контроля, что и денег стоит, и вообще выводит аэропорт надолго, это, во-первых, призвано надолго вывести лишить противника возможности осуществлять там посадки. И кроме того, как правило, является таким намеком президенту Асаду, что если он будет продолжать позволять иранцам осуществлять этот процесс на его территории, то он лишится важных ресурсов. То есть, например, международный аэропорт, для него важный ресурс, и, конечно, когда он не функционирует, это тяжелый удар. Так что это вот примерно такая комбинация. Как правило, Израиль не берет на себя ответственность за удары такого рода. Что было именно вчера, конкретный груз ли уничтожили, или намек Асаду, либо временное выведение из строя, либо долгосрочное выведение из строя из аэропортов, пока мне неизвестно. Но это та или иная комбинация из того, что я перечислил. Ще одна актуальна тема, яку не можемо не обговорити, це ось ті заклики Хамасу, які були кількома днями раніше, на 13 жовтня, мовляв, оголосити джихад по всьому світу. І от зараз, я не знаю, бачили ви чи ні, шириться відео в ряді пабліків про те, як був здійснений напад у Пекіні на співробітника ізраїльського посольства. Зараз цей співробітник знаходиться у реанімації. Також були повідомлення про те, що у Франції уродженець Росії напав на школу і вбив вчителя. Наскільки ось такі заклики Хамасу можуть бути дестабілізуючими зараз, якщо говорити про світ в цілому, і наскільки вони несуть небезпеку? Ну и сам призыв, и вообще сам фон, он является дестабилизирующим фактором. Хамас очень надеется на солидарность во всем мире и проявление, назовем это практические проявления солидарности, в том числе, что были нападения на израильтян, на евреев, на сторонников Израиля, террористические нападения. Кстати, буквально сразу после происшедшего в Газе террористической атаки, например, был египетский полицейский, застрелил двух израильских туристов. То есть тех, кого он должен был охранять, из солидарности с Хамасом он совершил сам террористический акт. Это вот такое вот типовое событие, которых можно ожидать. Естественно, но главное, на что Хамас все же надеется, он надеется на открытие вот одного из тех фронтов, о которых мы с вами говорили, и которые пока, можно сказать, таким полноценным фронтом не являются. То есть они надеются на массовые беспорядки и массовые попытки проведения терактов в так называемом западном берегу реки Иордан. И, конечно же, они надеются на то, что какая-то часть израильских арабов станет на их сторону, то есть и начнут попытки погромов, терактов и тому подобного. Со стороны израильских арабов подобное было в 2021 году. Это стало неожиданностью для многих израильтян. И это было очень болезненно. И, безусловно, Хамас надеется на подобные вспышки насилия. Мы будем свидетелями в ближайшее время, я почти не сомневаюсь, проявлений тех или иных выражений солидарности с Хамасом во всем мире. В арабских и мусульманских странах в первую очередь, то есть в том числе и массовые демонстрации, мы это увидим, вероятно. Ну и, вероятно, увидим попытки терактов из солидарности в разных уголках мира. Возможно, вот то, что в Китае, это, конечно же, несколько неожиданно. Уж Китай, это, по-моему, впервые подобное. Но, пожалуйста, всегда бывает первый раз. Ну и важно, конечно, для Израиля непосредственно важна безопасность израильтян за рубежом. В странах, где эта опасность выше, необходимо быть осторожнее, возможно, их покинуть. А что касается, собственно, тут, здешних мест, западного берега реки Иордан, так называемого, я предпочитаю исторические названия Иудеи и Самария, библейские в том числе, и, собственно, израильских арабов, будем следить за происходящим. Напряженность имеется в Иудее и Самарии. Террористические вылазки тоже не прекращаются, но переброшены дополнительные силы и десятки террористов убиты за последние дни. Будемо стежити за розвитком подій. Давиде, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Раді бачити вас на каналі «Сейчас».
Спасибо и вам, Елена. Всего найлучшого. Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю свої коментарі, свої питання обов'язково залишайте під цим стрімом. Так само можете підтримати це відео своїм лайком, коментарем. Ну і поширте важливу інформацію, має почути якомога більше людей.